Главные атрибуты женского праздника готовятся к выходу в свет. На тепличном комбинате «Солнышко» начался сбор тюльпанов. 12 голландских сортов были высажены в октябре специально к 8 марта. В течение 5 месяцев клубни томились в закрытых камерах и созревали в теплице. С сегодняшнего дня их начинают готовить к продаже. Об ароматных цветах и не только на большие праздники мечтает каждая женщина. Чтобы исполнить это желание, тепличный комбинат «Солнышко» накануне 8 марта высадил около 10 тысяч тюльпанов. Если разделить это количество на всех женщин Нарьян-Мара, получится примерно по одному цветку на каждую. Зато какому цветку? Антарктика, сноуборд, леди, стронг, голд. В этом году для посадки были отобраны специальные голландские сорта, неприхотливые по качеству почвы и количеству света. Основная ставка была сделана на сорт стронг лав. По словам аграриев, последние 3 года женщины округа отдают предпочтение именно желтым тюльпанам. Они такие стройные, они такие яркие, солнечные, как признак, символ богатства, жизни хорошей. Вот. Поэтому сейчас есть покупатели, которые только желтый заказывают. Большой букет из, допустим, 15-21, ну дайте желтые. Мы понимаем их. Опыт по выращиванию праздничных цветов у комбината немалый. Впервые тюльпаны были высажены в 1998 году. 300 клубней хорошо прижились и дали хороший урожай. Правда, сорт был всего один. Сегодня их 12. Чтобы не пропал ни один саженец, соблюдается определенный режим ухода. С момента посадки в начале октября будущие цветы живут в камерах. Там нет света и температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. В конце января растения переезжают в теплицу. При обильном свете бутоны приобретают окрас и ждут своего часа. Если вы хотите сохранить цветы свежими, вам также необходимо соблюдать некоторые правила. Держать букет только в холодной воде и в прохладном месте, например, на подоконнике. Ну а если вы предпочитаете цветы не на одну неделю, вам подойдут цветы в горшках. Их все чаще выбирают в качестве подарка на 8 марта. Сегодня мы предлагаем герани королевские, зональные, различных расцветок. Вот смотрите, здесь 4-5 видов расцветок только одной герани. Бальзаминов 6 расцветок. Далее королевская герань тоже 4 расцветки. Бегония 4 расцветки. Заявки на букеты и цветы можно подать уже сегодня или приобрести в день 8 марта. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север».